Привезли сегодня с отцом. Ездили шифер прямой. Сейчас с Женей режем шифер. Вот это униформа. Тут вот такая мелкая пыль, которая летит в глаза, в нос, кругом. О, кепка какая. Вот. Вот такой алмазный круг на болгарке. И мы режем. Вот такие получаются кусочки. Будем выставлять опалубку. Это площадка под бассейн. И тележка. Не сломали тележку, а доделали, довели до ума. Шайбу отец привез. Вот это вчера перетаскал. Щебень, ну не весь, там часть осталась, чтобы ворота закрыть. Отсев, и щебень здесь больше, щебня здесь больше отсева. Ну я заказал 2 тонны того, 2 тонны того. Они привезли 200 щебня и 2 тонны отсева выгрузили вчера, рассчитались. И песка, ну короче, денежка хорошая вышла, 16 рублей уже, только вот в отсев и песок, и щебень. Плюс тачку купили, плюс шифер сегодня 4,5. Короче, деньги летят. Работа еще только, вот выровняли площадку сегодня с отцом. Надо ставить опалубку, потом заливать. Вот результат работы, которую мы сделали с отцом за 3 дня, но я 4 дня там таскал вот этот щебень, песок, щебень, отсев. И, кстати, вот это последняя ванна, в которой мы советская, в которой мы разводили бетон. И здесь 4 на 4, плюс вот такая ступенька. Столько мы залили с отцом. Он уехал где-то 1,5 часа назад. Вот такая выполнена работа. Вот бетон высох. Стал беленький такой. Сейчас будем его утеплителем. Вот такой утеплитель взяли. Пеноплекс. А, Техноплекс. Технониколь. Вот он. Взяли, им застелим и будем ставить бассейн. Такая получилась площадочка. Сделали утеплителем ее и скотчем армированным склеили. Теперь будем устанавливать бассейн. Ну, вот так выглядит окончательный вариант. Ну, воды еще не набрали. Это насос фильтрующий воду. Бассейн называется вот так. Best Y Stel Pro Max. Вот такой бассейн. 3,66 по кругу в диаметре. Везде 3,66. Вот так он у нас стоит. На площадке, которую мы укрыли, сделали утеплителем еще по бетону. И набираем воду. Дольше всего собиралась вот эта лестница. Бассейн собрался очень достаточно быстро. Ну, не за полчаса, как тут многие всякие рассказывали. Но бассейн где-то, может, за час собрался. А лестнице пришлось чуть-чуть подольше повозиться. Ну, собрали. Все, инструкция есть. Все как положено. Все сделали. Так что вот такой вот бассейн. Сейчас как наполнится, для вас пройдет очень быстро. Для вас. А для нас это, наверное, может быть, ночь пройдет. Я не знаю, как, с какой.
это он уже около часа набирается, где по щиколотку только набрался. 9160 с чем-то, 161 литр, что ли. Такой вот бассейнчик маленький. Ну, у нас такой первый. Еще таких у нас не было. Ну, набрали бассейн. Всю ночь набирался. Для вас быстро произошло. Вот так. Пришлось отсоединить фильтрующий насос. Потому что вчера я разобрал вот эту вот фильтр, смотрел. И из-под него начала течь вода. Ну, сегодня разберусь, закручу хорошо. Хорошо, есть в комплекте заглушки. Вон они стоят. Вот они. Поставил заглушки. С этим разберусь, чтобы был насос работал. Ну, и вот так вот получилось. Еще вода набирается. Не знаю, сколько процентов. Говорят, что надо 90% набирать воды.